Здравствуйте, друзья! Сегодня я решил поохотиться на вечерке. Ходили с подхода, ничего не было. Утка вся на чистой воде. И решил я постоять вот здесь, на этом прекрасном месте. Сзади стоят господа зенитчики. Ну, подожду, что они на меня нагонят. Надеюсь, будет вполне интересно. Давайте посмотрим. А я приглашаю вас всех в удивительный мир охота, друзья. Охота на пернатую дичь. Добро пожаловать! Ну вот, друзья, наступила полная темень, и вот в этой темноте, а там еще летит утка, почти не видно, да, сзади стреляют, но дабы совсем не затемнилось все, брат вот у меня сходил, найти тяжело, все прямо вот по колено ила и 5 сантиметров воды, вижу, там сзади утка налетает, ну ладно. То есть вот по такой темноте утка пролетела. Одного, но я думаю, что это был черок, я стрельнул. Вот его сейчас брат несет. И думаю, что я вам это покажу. Почему показываю вот так вот немножко на просвет? Олег, иди чуть правее, вот сюда, чтобы видно тебя было. Вот сюда. Левее, иди вот сюда, чтобы тебя видно было. А то там совсем темнота. Ну давай посмотрим, как снимает камера с близкого расстояния в полной тьме. На просвет вот немножко видать. И поглядим, видно будет утку или нет. Добытую. Ну как там? Поближе. На просвет, на солнышко. Ну что ж, я думаю, вам это замечательно видно. Черок трескунок, я так думаю. Трофей есть, теперь едем к берегу, к машине, друзья. Ну что ж, может еще кто-то пролетит, пока едем. А я пока выключаю камеру. Давай, включу. Ну что ж, друзья, маленький трофей, но добыт. Охота, считаю, удалась. 5 раз промазал мимо. К сожалению, только мы собрались, и утка начала летать. Летать начала она после 7 часов, друзья. Вот стемнело, мы собрались, поехали, доехали до машины, и полетела утка. Вернулись назад, стали как угодно, и вот удалось добыть вот такую замечательную уточку. Черок трескунок. Добыча есть, трофей добыт. Я доволен, друзья, надеюсь, вы тоже. Жалко, видео выйдет короткое, но уж как выйдет, друзья. Спасибо большое, что смотрели. Всех с полем, друзья. Спасибо вам, что смотрите мой канал. Удачи вам, друзья, и здоровья.